Приветствую всех. Одна настоящая история. Очень важный первокурсник университета, посетивший недавно футбольный матч, взял на себя смелость объяснить пожилому гражданину, сидевшему рядом с ним, почему старшее поколение не может понять его поколение. «Вы выросли в другом мире, на самом деле почти примитивном», сказал студент достаточно громко, чтобы услышали многие из тех, кто находился поблизости. Современная молодежь гораздо более продвинута, чем люди вашего возраста. Мы выросли на телевидении, реактивных самолетах, космических путешествиях, человеке, ступающем по Луне, и интернете. У нас есть мобильные телефоны, ядерная энергия, электрические и водородные автомобили, компьютеры, автоматизированное производство, удивительные технологии и... Он сделал паузу, чтобы сделать еще глоток пива. Старший воспользовался паузой в проповеди ученика и сказал: «Ты прав, сынок. У нас не было всего этого, когда мы были молоды. Поэтому мы их изобрели. А теперь ты, маленький высокомерный засранец, что ты делаешь для следующего поколения?» Аплодисменты на стадионе были оглушительными. «Я люблю старшее поколение, люблю пожилых людей. Всем мира и добра!»